рядом со мной находится Олег Шухат, идейный вдохновитель нашего уникального конного маршрута. Олег, просветите, как все будет проходить, сколько дней мы затратим на маршрут, что самое интересное нас ожидает? Мы едем в Баймак, абсолютно там дикие места, без электричества. В общем, мы убегаем от цивилизации, погружаемся в начало 20 века, садимся на нашу машину времени и улетаем в прошлое. И полное погружение. Да. А сама поза, вот как они, потому что тоже они характерные принимали позы, вот так вот. Ну, позы по-разному принимали, вот так вот брались, там за ремень держались. Потому что обнимочек же у них не было, они же все совершенно могли стоять под ручку, вот, женщины, как правило, вот так ручки складывала, то есть вот, вот. Ну что, как вам мой костюмчик? У меня уже полное погружение, готова садиться на лошадь. Лошадь видит вот так. Вот ее область зрения. Поэтому вот отсюда подходить не надо. Вы подходите вот либо так к лошади, либо так. Лучше всего к лошади подходить слева, потому что вообще лошади в основном приучены, что с ними общаются слева. Тогда она себя комфортно чувствует. Очень важный момент с поводом. Ни в коем случае нельзя наматывать повод на руку. Вот так делать нельзя. Нельзя наматывать на пальцы. Это все, это сломанная рука, сломанные пальцы. Имейте это в виду. У меня был жеребец. Мне сразу сказали, он с яйцами, и тебе нужно показать ему, что ты сильнее, что ты круче, иначе он будет делать то, что он хочет, а не то, что ты хочешь. Но при этом нельзя пережестить, то есть не нужно, чтобы конь тебя не любил и просто понимал, что ты его будешь все время хлестать. Олег, как идейный вдохновитель, расскажите, как вы это все придумали, когда, что послужило толчком? Детство, любовь к сказкам, далее к приключенческим романам, путешествия и так далее и тому подобное. Все мы мечтаем и видим себя в детстве в роли путешественников. У нас получилось воплотить это в жизнь. А кроме того, мы хотим дать такую возможность и другим людям. Я хочу вам ознакомить, как наши предки раньше добывали драгоценный металл золото. Руду добывали шурфы при помощи кирки, лопаты. Там добытые руду на повозках везли естественным источником воды, то есть к речке. На речке данную руду, значит, руками тоже, при помощи вот простейших орудий труда, вот лоток, руду сюда ложили, потом промывали потихонечку, отбрасывая пустую породу. Иногда кому-то из старателей посчастливилось, находили разного размера самородки, ну и не каждому, конечно, это получалось. Легендарный башкирский самородок, ирындыкский медведь, который сейчас хранится в Национальном музее, был найден именно в этих местах, в окрестностях хребта Ирындык. Мы находимся в предгорье Уральских гор. Зауралье. Зауралье. И здесь такие ландшафты, которые мало где можно увидеть. То есть вы можете за один день увидеть степь, можете увидеть скалы, можете увидеть пологие горы, как в альпийских лугах. И также вы можете увидеть совершенно нереальную картину, когда горы и скалы, поросшие мощнейшими березняками. Причем березы такой удивительной чистоты и красоты, как каких я и в средней полосе не видал. Thank you.
меня вообще было мухи. Вот мы хотим вам показать, как бортники до сих пор собирают бортевой мед. В настоящее время в традиционном виде, именно в традиционном виде, она сохранилась только в Башкирии. Вот сейчас, последние лет 10, в Германии, в Прибалтике, в Чехии пытаются возрождать. И не сколько с целью, чтобы получать мед, а чтобы привлекать туристов. А у нас в традиционном виде это пчеловодство развивается, да? А как именно туристическое, значит, с точки зрения привлечение туристов еще не сильно развито. А это? Это дыма. Так и называется дыма, да? Да. Очень грустно было мне и моему партнеру по бизнесу Елене Коган осознавать то, что вот такое есть замечательное место Башкирия, которая несколько обойдена вниманием туризма, именно туризма. Хотя здесь уникальные просто есть вещи, которых нет больше нигде. Мы придумали идею этого тура, потому что когда-то мы съездили в Индию, увидели это там. Когда мы начали искать страну, в которой, то есть республику, в которой это можно сделать, я вспомнила про родной край, в котором я когда-то родилась. В Уфе жила моя подруга. Она посоветовала мне обратиться к Артуру, который только-только сделал настоящую Башкирию. 3 года назад к нам на тур «Настоящая Башкирия», который мы проводим в Бурзянском районе, приехали гости из Москвы. Вот среди них был Олег Шухат и Елена Коган. Вот они посмотрели на наш этот тур, им очень понравилось. И они предложили сделать еще один маршрут, ну, чисто конный, тоже с реконструкцией. Там, если у нас тур «Настоящая Башкирия», полное погружение в башкирскую этнику, они предложили сделать тур, где туристы ознакомливались бы с красотами и этникой Башкирии глазами российских путешественников конца 19-го, начала 20 века. Мы проехали почти всю Башкирию, мы искали такое нетронутое место, где можно воплотить нашу идею. Когда мы приехали в это место, мы увидели зеленые крыши, увидели солнечные батареи, сказали, что нет, наверное, это все-таки не то место. Но пообщавшись с Фани Сагаем и увидев эти прекрасные земли, мы решили, что да, это то самое место, где мы можем воплотить наши мечты. Я сразу же влюбился в это место, я понял, что вот это самое то место, где мы должны это делать, этот тур. Башкирия, в общем-то, она же рядом. То есть, в принципе, расстояние не больше, чем до Крыма. И в такой близости мы имеем уникальные места, колорит. То есть, это некое наследие кочевой культуры. Это люди вот с такой интересной, как у вас, внешностью. Поэтому мы взяли опыт других стран, и мы решили сделать что-то похожее, то есть сделать, чтобы конное путешествие было максимально интересное с точки зрения комфорта. То есть, чтобы всадник не задумывался о том, что нужно чистить лошадь, готовить себе еду, чтобы он просто попадал как в сказку в какую-то. На самом деле, еще не хватило, чтобы ее почистить и полностью там распрячь, запрячь. И вот это было бы вообще там полноценная такая вот история. Это, ну, так, может быть, даже как рекомендация там организаторам для того, чтобы еще более плотный контакт для тех, кто прям хочет, как бы, и вот это будет вообще фантастика. И тур мы назвали по следам Пржевальского. Мы решили вдохновиться именно его походом. Конечно, он путешествовал не в этих краях, он двигался гораздо более восточнее. Но начинал свои походы он отсюда. Здесь он закупал лошадей для своих походов. А мы хотели как раз обратить внимание именно на башкирскую породу лошадей. Очень выносливую, неприхотливую и уникальную по своей социальной жизни. Thank you.
и сочное мясо. Благодать. Один всадник погиб в Германии. Через 9 лет лошадь пришла в деревню. 9 лет. Руку прямо натягиваешь. Там была мышь. Стрела должна антикулярно сидеть. Ну, я пускаю потом. Сильнее, чуть ниже. Ага, сильнее. Мишень. Ну, на самом деле, такой прямой наводкой по стреле целятся. А вообще есть интуитивная стрельба. То есть всадники, они стреляли именно вот на вскидку. Он смотрит куда и туда стреляет. На исходе третьего дня погружения в эпоху начала 20 века в атмосферу научной экспедиции мы собирались домой. В этот момент даже не верилось, что через каких-то пару часов мы окажемся посреди шумного, суетливого города, и живописные дали Баймакского района будут уже очень далеко. В Башкирии есть конные маршруты, на самом деле это и на Арском камне, Сухоключ, Тенгри. Но вот таких вот костюмированных, да, с погружением, наверное, наш. Причем он не только в Башкирии, это он по России единственный такой маршрут на самом деле. И мы ориентируемся больше на внешних гостей, то есть с Москвы, из Питера, из-за рубежа. И я думаю, что мы его действительно дорастим до такого, что это будет один из лучших международных конных маршрутов.